Объективной истории, наверное, не было никогда. Потому что мы знаем, что и летописи древние тоже переписывались последующими летописцами, которые, значит, вносили в них свои исправления и свое видение истории. Сегодня, думаю, вот как бы стандарт должен исходить из идеологических посылов, которые мы услышали в выступлении Владимира Путина на Валдайском форуме, когда он достаточно точно и емко определил отношение нынешней политической элиты, или, может быть, свое собственное, или, может быть, большинства его соратников ко всем событиям. Особенно я бы подчеркнула ту часть, где он сказал, что нельзя изъять из истории России ни одного ее периода, что это было поступательное движение во все времена. И не нужно очернять какие-то периоды, а нужно постараться найти в этих периодах положительные вещи, которые двигали нашу страну вперед к прогрессу. Вот именно это, я думаю, должно стать отправной точкой для изучения истории детьми, чтобы они гордились историей, чтобы они знали своих героев, чтобы они любили свою страну.